4,5 книги прочитали среднестатистический россиянин за последние 3 месяца. Чаще всего выбирают любовные исторические романы, а также детективы. Об этом сообщили социологи. Результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения показали, что россияне в последние годы стали больше читать. Чаще к литературе обращаются женщины, жители городов-миллионников, а вот мужчины и молодежь книги жалуют гораздо меньше. Более трети опрошенных вообще не берут в рук книг. Среди пожилых респондентов книголюбов меньше, всего 42%, практически ничего не читают. Мы спросили рязанцев, читают ли они и как много времени уделяют этому занятию. Последний литературный, прочитал, очень интересная вещь была. Рэд Брэдбери, «Вино из одуванчиков». «Война и мир». Я люблю только газеты. А я вообще не люблю читать.